Давай, Мазас. Ну, видел такую штуку. Больше 10 тысяч стоит. Дорогая. Сколько, если быть точным? Не помню. Не помню. Надо это, в перископ. Сейчас в пицце-олесе. Сидим. Имеем право. Имеем право. Право имеем. Имеем право, право имеем. Да, да. Шоу за стеклом. Чуваки работают. Сейчас такое, такой. А ты кто такой, чтобы снимать? Слушай, кто такой, чтобы снимать? Я да? Тут итальянец. Итальянец купить себе. Да, 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 итальянец. Дядь Вова, что нового на брюке? Где? Я уже глухой. Я брюка. На брюке? Что нового на плюке? Не знаю. Ку, дядя Вова, что нового на плюке? А, пацаки Четланом совсем на голову сели. Да, помогли. Да. Да. Я никому интересно, это устарело. Как это? Это устаревший информация. Ксения Батькова. Ксения Батькова, это никогда не устареет. Знаешь, в нашей стране. Всегда было так сказано. Скандалы, интриги. Расследование. Да какой? Нет, а мы же без этого. Мы же без скандальной группы. Никому не интересно. Да, что мы сидим в пицце-воле, заказали пиццу, молочный коктейль. Про пацаки Четлани. Пацаки Четлани, да. Ну, да. Четлани. Ну, мы пацаки. Не-не-не, надо в Четлани. Ну, надо в Четлани выбиваться. Ну, пока так. Надо малиновые штаны срочно. Малиновые штаны. Пепелаться. И малиновые штаны. Дрэвицапы. Свою. Манишь меня и манишь. Да. И это я еще не пила. Ага, то есть там надо да. пленку приберечь на потом, да? Чтобы основатель. Что вы можете сказать вот, по сегодняшнему мероприятию вообще в принципе? Кроме того, что вы оглохли. Ну, в принципе, динамика положительная. Жить будет. Ну, это про нашу самодеятельность. О, опыт, он всегда хорош, опыт, какой бы он ни был. Не, ну конечно. Тебе нужно, чаще что? Да. Выступать. Очень устала. Ну, я что? Устала, я ухожу. О-о-о, вот это уже звездная болезнь начинается. Я устал, Ну. Что у вас за название такое? Название? Название чего? Народ интересуется, ну, коллектива. Что это? Так я рассказала. Подожди, а ты расскажи еще. А ты не знаешь группу, которую ты играешь, как называется? Знаю. Не, просто люди часто спрашивают, что за название такое? Хитрое. Не, давай ты, я тебе рассказывал, что надо говорить. Я тебя учил. Так, между прочим, ты геодезистом работал, а не я. Я работал геодезистом, я только помощником, я линейку таскал. Таскал линейку. Втихаря. По холоду, по морозу, по жаре. Ногу вывихнул даже. Помощник таскательный линеек. Круто. Ну так что название вот? Ну, кто расскажет лекцию? Давай. То что? Рассказывала я в прошлый раз. Давай теперь. Я не могу, я устала. Я устала и ухожу. Поочередно сейчас будем останавливать. Я уже забыл. Давай, поручай команду. Геодолит – это такой геодезический прибор, ну, используется в геодезии. Типа бинокль. Да, его нужно смотреть. Ну и что? Ну, он желтенький, красивый. На, да, таких, на ножках, да, он желтенький. Ну, вот смотрят, и... измеряют углы, да, по графически расстояние.
постоянно. Ну и не только, это самая примитивная функция. Потому что ее подруга постоянно. Вот. Каким образом это связано с нашей группой? Ну, типа, некоторый символизм, что мы, типа, своими темами пытаемся заглянуть тоже подальше, поглубже копнуть в человеческую сущность, в космос, в бытие, бытие мое. Какое? Вот. Житие. Пес смердящий. Житие. Ну вот, собственно, поэтому, да. Все. The end. Что-то маловато. Почему маловато? Да, ты себя еще не снял. Так что, ну как я могу сам себя-то снимать? Давай. Сейчас, косынку-то снимала. Косыночку. Косыночку. Тебе плохо видно? Вот на фоне друзей. Крипан. На фоне наших земляков. Ближневосточных. Трудящихся нам, для нас стараются. Это скорее среднеазиатские. Среднеазиатские. Пиццу готовят вот. Пиццу нам готовят? Пиццу, да, большую, повеснее. Какова тенденция? Тенденция, опять же, вот как отметил Львова, динамика положительная. Угу. Вот, вперед и только вперед. Угу. Затем вверх, потом обратно вниз. Вот. Да, это вниз. Ты что, не смотрел иглу, что ли? Вверх, да-да-да, вверх, а потом обратно вниз. Там, если что-то, если упал, вставать. Нет, бежать, раз упал. Вот. Нет, конечно, только вверх, выше, быстрее, сильнее. То есть, я считаю, что мы движемся все-таки, наверное, в правильном направлении, потому что... Реально, вот если человек сказал, что не может найти аналога, да, то есть, ну, вот он так прям... Да, Brutal Trash я еще не слышал. Ну, да, нет, если, в принципе, он там 5 ну, минут... Ну, то есть, если да. Если он 5 минут медитировал, что не может сравнить ни с чем, это, я считаю, да. Это очень хорошо. То есть, в наше время, в мире вот, ну, этого неподвижного движения, да, вот, вот, быть ни на кого не похожим, это, я считаю, круто, это что-то есть. Но опять же, это мнение одного человека, конечно, мы не будем его опираться, так мы просто 100% посмотрим, что скажут ну, в Байконуре да, 2 одно числа. Да, то есть, ну, вот. По-любому, кстати, ой, да там и креатор, там, и, вроде, тенджел, там. Особенно в последней теме. Да, последний, да, да, вот. Я играл, у меня раптор в голове. О, да, ну а что, клево, да. Ну, знаешь, это, на самом деле, для его считаю хорошо, потому что... Лишь бы, мне кажется, не руки вверх. Ну, да. Хотя, опять же, руки вверх, что плохого, да? Вот. Делали ну, продукт, вот, продукт пролетел. Не, продукт наверное, был пролетел. Но я имею в виду, что пронесся, как метеор такой, да. Тут была яркая вспышка, руки вверх. Ну, после Ласкового мая, да. Да, самое... вот. Да, 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 да. Вот они молодцы в этом плане, то есть и поднялись какие-то там низов. Вот. В общем, делаем песню следующую руки вверх. Нет? Нет? Следующая песня будет, наверное, Morbid Angel все-таки, да? Коверок там сделать. Ну да, почитаться. Коверок на Morbid Angel? Да. Круто. Вот. А ты сегодня смеялась, как Дэвид Винсент? Ты да же что? На репетиции смеялась же про как Дэвид Винсент? Да. Ты думала, а что, никто не пропалил, что ли? Мне было тяжело. Да? Надо смеяться, как Дэвид Винсент. Обязательно. Ха-ха-ха, вот это там, где-то что-то у тебя было, в какой-то теме там. Ну, да, ну это не... Ладно. Круто, так я такой, о, ништяк, короче. На Винсента я согласен. Ну вот, а потом, потом атакера перейдешь, и все, это вообще ништяк. Вот, и это... Не, следующее что, оттачивать программу, записываться надо. Поэтому по 7 завтра предлагаю пойти в студию в ISP, посмотреть что-то как. Я там договорился, по сути, где-то часов на 5. Mm-hmm. Вот, на 5, пол шестого. Меня кто-то добавлял в друзья. Александр Яковлев, да, такой? Да. Ну вот, вот, вот он. Да, вот он будет нас это записывать. Думаю, что, наверное, мы, наверное, все у него, наверное, сделаем. Mm-hmm. Не будем. Ну,
посмотрим. Это где, подожди? Это возле меня было, на Гражданской 15. Там рип есть или именно студия? Студия, почему? Там нет, просто бывает сам еще. Нет, там рип есть еще, но там и записывается. Ну где вот я записывал для аутодикста партии. Вот, и мы посмотрим там, что прикинем, что куда, вот, ну, поговорим там, пообщаемся и, может быть, там, наверное, все сделаем. Потому что чтобы не дергаться, что Паша приезжает, Боря фиг знает, там, что как. Ну, сложно вообще. Мало ли чего. А тут все-таки прийти. Ну, вообще, в принципе, создание диска, я вот что-то так подумал, что я понял, что я ничего не знаю про это. Аналогично. Ну, я вот не знаю, что надо делать. То есть я уже готового продукта я покупал в магазине, а вот создавать его вот я не понимаю. Я записал свои партии, потом гитары там записал, а что там, мастеринг же, сведение. Было сведение, все это. Что там, что, как это, со звуком поговорить потом. Ну, то есть такие мелочи хочу зайти, просто посмотреть, там, выяснить, что куда, и, там, попасть в какие-то акции, конечно. Мое юристское это было. Вышло мнение, что хорошее сведение исключает нужность мастеринга. Мастеринг это типа как улучшайся. Будизер сейчас у звукорей, шутка знаменитая. Вот такая штука. Будизер, кнопочка нажимаешь, и все лучше становится. А потом пойти в шоу-клуб и там посмотреть этот конденс, там, King Crimson хотят посмотреть. 7 часов, ну, у меня на работе. Там такой шоу-клуб, там можно пойти записать. А до студии надо съездить на точку, закинуть инструмент. Что мы сегодня попали. Ну, вот так, вот такие планы на ближайшее время. На завтра. Да, то есть потом. А во сколько? Что? Ну смотри, давай вот у меня дома где-то часа, может, 4 где-то сломимся. Ты успеешь? А это надо записывать? Чего? Это надо записывать? Да, конечно. Да? А ты что, у тебя кикотайна есть? У меня устала рука. А, ну поставь там на стол. Там раньше не видно, наверное, да, не видно. А вот Львова, ты сказал, да, типа по кружку? У меня занятие в час. Ну вот. Так, это я до двух занимаюсь. Ну вот. Ну, к четырем. Все вообще, да, шикарно. Классно справляется. Я, кажется, с детьми посижу. Это лицаровский полицейский. Мы встречаемся на точке. Ну, можно ко мне, можно на точку, блядь, если вы хотите. И это потом все там скинем быстренько. А потом это еще 7 часам. Чем на студии быстро потрачим, там 40. Ну блин, классно, что, интересно. Ну, да, да. Ну, знаю, что это. И надо записываться. Вкладывайте в долгий ящик. Кстати, это слушал-то эти минуса, что ли? А там, да, там только вроде в креаторе там. Да, я не доиграл. Да, там, да. Я сделаю, вставлю. Там, вот. А этот клик, что? Клик так нет, там все хорошо. Не сильно громко? Только пауза надо там еще. Нет, тут все отлично, все, он так и должен быть. Да. Там только пауза вот. Ну, например, в этом. Возле сайта, да, где я там делаю, да, там, ты раньше начинаешь где-то. Да? Да, там, я там, ну, обычно раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, прошло, а там что-то так это, может, то ли шесть отчитать, то ли я просто что-то так и не понял. Ну, вот это лучше сделать, и все. А, ну, если что, ладно, попробуем. Ты всего, да, вроде тоже там, хотел что-то отчитать, там, вот. Поехали, там начинаю считать, а уже гитара пошла, короче. Да. Ну, такие тонкости, короче, ну и все. Ну, это там пара вещей. Ну, вот. А в этот, псаки там как будто... Реально псаки. Что за псаки? Джем псаки, чё? Влад так... Название, говорит, длинные что-то ставили. Понял, понял. Такая проблема. Это какое место? Ну, вообще. В смысле? Она будет такая, как будто. Ну, это, я просто говорю, это впечатление. Ну, ладно. Все.
Это самое последнее. Да, 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 да. Где это? Удалите, он сейчас на пяточке наношу. У нас пицца очень забита, наверное, минут 15 еще готовится будет вкусно. Ничего страшного. Не успевает просто, не справляется повар. Мы не спешим, все. Да, ничего. Что это если ну вот, и все, короче, она записывается вперед. Вот, Саня, вот выложу видео. Вот это и вообще все видео. Вообще, наверное, надо порезать на отдельные треки. На дорогу смотреть. Надо целое, что было, и вот такая себе тоже делаю нарезку. Но целое, что тоже было, обязательно, что да, вот здесь живя. Вот он, кикудив. В Байконуре тоже надо будет записаться обязательно. Они там это аудио вроде пишут с пульта. Ну, в принципе, нет, да? С пульта звук забей, сухой это, такой. Это нас вот в опере записали с пульта, ну. Не, ну там не плохо. Там сухой очень звук, ну понятно, жиденький. Не, я имею в виду запись сухая такая с пульта. Да, надо. Всем, чтобы, да, чтобы все это тикало-шмикало. Получается, надо наушники. Вход какой? Мини-джек 3,5 нужен. Обычный джек. Ну, маленький, 3,5. Большой? А, надо туда купить, спаять. А там моно можно? Моновский или стерео нужен? Моно? Моновский, да, да. А, ну моновский у меня есть. Все там, у меня такой распределитель, там 4 канала. Когда мне хорошо, когда мысли всё, нет, там, такая коробочка, когда мысли есть, я хорошо. Там надо еще это к нему подобрать, это адаптер купить. Все как бы, и попробовать с кликом, как там будет ощущение, все. Единственное, надо всем одновременно начать. Вот барабан, а что ты начала? Он с какого-то клика. Как? Кто из какого-то клика? Ну Паша как? Паша счет дает. Счет дал и все, вопрос, ты что? А, ну, да, да. Че? Ты как это, на репетиции ты как начинаешь? Где я его? Да я неграмотный. Вот и все. Там затикало. Сказал 3.15, поехали. Погнали. Чик-чик-чик-чик, и все. Вам только началку не прозевайте, и все. Mm-hmm. А так его прозеваешь. Трэш, да? Брутал трэш. Блин, ну, черт. Вроде прикольно, но это не брутал трэш. Брутал трэш — это если бы не было глазков. Брутал трэш — это был скорый брутал трэш. Там было бы. Что трэш-то что отличается, нету блазбитов. Все. Почему? Есть у некоторых групп. Каких? Ну вот Вектор я последний слушал там, по-моему. Даже не последний, а вот 13-й. Ну это уже такой дэд. Это уже дэд тогда уже. Да. Ну как, они там больше трэша все. Ну блин, ну трэш чем отличается, что нет блазбитов? В чем прикол? Что, вот, чем он отличается? Ну, ортодоксальный, старый, да. Такой хоть и новый. Сейчас новая волна не использует немного блазбитов. Да это уже тенденция к дэту. Это все равно это как бы это тяготеет. Ладно, что, выложим. Как 80-е годы, видишь, поспит. Так сзади. Ножом так. Понарошку. Ой, давай. Даже ты мне нужна. Потому что мне хотим на неделю. Это как его? Что ж, как сказать? Ну,
общем, это выложим. Я думаю, что это такое. Это уже не наше дело. Что это за хрень такая? Это все маркетологи и фанаты. Ну, похоже, фанаты. Ну, те, кто слушает эту музыку, пускай сами решают, что это такое. Стиль обзывается. Да. Вдохновляться чем? Это девушка. Девушка заказала. Молочный коктейль через минутку. Шутка сама стоит. Сейчас я заброшу, а лучше коктейль отжимаю. Такая кружка, рука, оп-оп-оп-оп, куда ведет рука? Человек. А, это твоя, я думал, это моя кружка кадр за гаражем. Из Нового Уренгоя приехал в Питер. Знакомый наш из Обжоровска, мы приехали. Короче, с ним знакомы были в Новом Уренгое. Мир тесен. Да, мир тесен. Говорит, я прихожу к нему утром, а он говорит, сидит, плачет. Что случилось? Да, типа по пьяни к крысёнышу хвост. Короче, сидит и плачет. Он такой, ну немножко. Ты с ним поосторожней. Да, потому что ты с ним поосторожней. Палочки не доверяй ему, барабаны, пусть теорию учит. Речь не важно. А зачем же? Почему? Вот это пыльня. Ну вот это пыльня. Что, так это канал? Да, ну я про него искал. Твой ученик. Это он по пьяни. Да, да, ну что-то это ушел, и что-то ничего не сказал. Наверное, разочаровался. Думаю, нафиг надо. Связывается с таким людьми. Как осталось приятно. Что там Алиса так фоточки сделает, да, вышка? Сделает, да, она меня очень любит. Что у меня, она, что у меня все, читала, да, вот так вот. Да. У меня просто волосы прилипали вот фото на лицо. Ну и фото очень сложно было. Лицо поймать. Да это все стереотипы вообще. Ну и что надо перед зеркалом дома тренировать. Пропеллеры, вентиляторы, не знаю, все на самом. Мельницу крутить. Да, мельницу, потому что это смотрится очень. Ой, блин, капец. Заниматься не надо, да? Вот это самое важное. Надо хореографию подтягивать. Профессию. Ну она, видишь, она человек, который картинкой, мыслит картинками, это ее работа. У нее такие вот взгляды. Художник. Все, смотрю с тобой. Играть в пик. Я начинаю крутить вентилятор. Да и место маловато. Я у меня сразу какой-то страх, что я сейчас. Да, но я вот тоже. Там от барабана.
Вот, ну давай. Ну давайте, вздрогнем. Ну как? Ну да, нормально так. После сушняка. Вот самое удовольствие пива в жару, вот когда пить охота, вот, садануть его. Потом уже его неинтересно пить. Остальное уже алкоголизм. Вот первая бутылка, вот, это эстетическое удовольствие. Остальное это уже пьянство. Ну, это эффект осмотрится. Кажется, то, что это естественно. Вообще на фото плохо получилось. Начинается. Ну я вообще не фотогенична. Улыбочку. Поэтому у меня стоит Ави Хельми. Это естественно. Да вот у тебя аватарка хорошая была до этого, до Хельми. Я сейчас сама. Была лучше. Для людей картинка важна. А этот, у нас-то главное играет она хорошо. Интересно, взял, что подачи не было. Нормально. Это все вокруг нас, блин. Вот реально, в чем хуешь на улице, вышел на сами волосы. И вперед. Че париться, надо визуал делать. Эти картинки. Ну я вот в этом работаю, в этом живу. Как бомж, да. Где-то писали в комментариях. Что писали? Ну, кто-то там, ну, на каком-то гитарном, по-моему. Вот, типа, выходят, как бичи эти металлисты. Мать, в чем ходят, в том и выступают. И что, фу такими быть. Ну вот, для людей. Артист, типа, это же артист, он должен. Артист это Максим Галкин. Вот он в костюме там все. А есть вот такое вот какое-то понятие артист. Вот у нас были фонограммщики в нашем городке, они выступали под фанеру, но они. У них вот как раз ставка была на все эти движения. И они говорили, да, мы под фанеру, мы не певцы, мы же не певцы, мы артисты, мы развлекаем людей своим вот видом. Это что за стиль, смотря? Вот, артист. Так все артисты, просто, смотря что за стиль, считаю. Потому что, ну, те же самые Dead Can Dance, да, вот, они же тоже не парятся. Они, у них есть какая-то стилистика, да, вот эта восточная. Не, ну, да, там все равно что все там, в ну, таком. Что у него, ну, а что, Берри там одевается, ну, в рубахе-то состоит, там, извините. Даже как на последних концертах, да, где я ездил. Он просто в рубашке, вот как, ну, в такой, вот, такой, ну, там, в брюках, там, Лиза только там в платье одета. Ну, вот, они все одеты. Они, грубо говоря, одеты как в каком-то светском приеме таком. Вот. Все равно это имидж. Да это не имидж, это ну как, не, ну конечно они, то есть Morbid Angel, да, они там не имидж. Хотя, может, они слушают это, я не знаю, то есть, вот. В свете но последних событий они скоро в футболках трэшера тоже выйдут, да? Да, скоро все будут в футболках трэшера. Так это клево, кстати. Вот. Вот, и просто что это стиль, то есть. А если кис там, да, то они, конечно, должны там быть, ну, костюмы эти, маски, то все, ну, это нормально. Глэм, да, вот это все шоу.
А те же самые там Саббат, там цепи, допустить, что ли, ну как, у них там есть эстетика, да, определенная. Есть. Все эти кресты на грифе. Она ненавязчивая, понимаешь? Ну, это что, как чукчу, что видели, то поем. Она специально же никто, ну, так как особо. Тогда кресты. Ну, только... у них декорации тоже вот. Ну, Саббат, ну были, да. Ну, это сколько они ехали. Кладбищенские ограды там. Ну, это да. Даже вот у поздних Heaven and Hell, которая группа. Ну, это по сути Black Sabbath, ну, только с Дио. Только не по сути, это есть Black Sabbath. Ну, только с Дио. Вот, там декорации такие забавные. Ну там да, это просто как антураж такой мы сделали. Ну, ну тоже как бы, ну в Дети это. Ну он Винсент это. В костюмах. Ну он позер, ну. Позер. Как это? Латексный, да? Латексный. Я давно еще видел MP3 тоже Morbid Angel. Что-то смотрю, какой-то странный мужик на обложке. В латексном черном костюме и пентак такой красный. Это пипец. А, и каблуки или что там? Это просто фейспалм вообще. Позорище. Ну это перебор, конечно. Ну а такой, да, был он позер. Он всегда был таким позером. Что в ране точно. Все я там не снимаю, там вот это все. Пипец. Стоит там на репе, там, 90-го года. Воображает себя такой. Звезда, короче. Другие там потеют, играют, там все как надо, ну, вообще плевать на все там. Там, а этот нет. Ну, фронтмен. Фронтмен, да, нет, ты пишешь, не певец, он, в принципе, он хороший, но в оригинале. Не, ну вот как он в клипе в этом играл, блин, круто. Нет, как так, актер нет, хороший, нет, мне понравилось. Он очень был оригинален для вот этой всей металлической сцены, понимаешь, да. Вот как он, вот, ну, блин, круто. И нет, и голос, блин, был интересный, нет. Кто что отрицает? Так он, лицо, мимика, все. Вот, а потом... Такер чисто напал. Этот, да, этот пришел там просто, это такой... Там, чувак, который просто психопат, ну, в хорошем смысле, потому что... Он, Такер, он очень гордился тем, что Morbid Angel, он там... Во всех интервью там позиционировал, что, ну, как, например, вот у нас типа будет тур с Пантерой, да, там в 2000 году там ездили вместе. И говорит, типа, кто еще лучше представит Dead, чем нежели Morbid Angel с альбомом Guitarist Evaluation, да, типа. И понимаешь, там, и он постоянно там на концертах же We have Death Metal, Death, там, Morbid Angel, там, и как прошел, там, все кирды, короче. Ну все, понимаешь, там рычание, это вот, ну, как он башку и там мотает, там ой, вообще жуть. И это круто. Вот, реально, вот, в его исполнении вещи Винсента звучат гораздо вот, брутальнее вообще. Вот. Такой урык у него, ну, это жесть, конечно, страшно. И он сам по себе такой стоит, страшный дядька, который вообще жуть. Не, вот это клево, то есть. А Винсент, да, он именно актер. Именно такой. Артист. Вот, да. Реально такой артист. Вот, наверное, да, артист. Имидж, волос, крашеные волосы, белые, черные, это бородка. Так а у него какие настоящие? Это белые или черные? Наверное, белые. Сейчас он черный. Черный. Как-то немножко отвратно смотрится. Вот когда он блондин, вот в начале дела, как-то нормально. Осторожно, горячая. Спасибо. 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 Ну что, заканчивать съемку? Снимай, снимай. Снимай пиццу, кого ты снимаешь? Так я уже... Самое важное, это же пицца, да. А что такое перископ? Ну, подводная лодка. Да. Нет, так а вот это все снимают. Да. Чего? На ютубе там где-то надо перископ. Ну, это, по-моему, когда какие-то типа вебинары или что-то, как они называются. Когда... Да. Короче, у него аккумулятор садится уже, да? Ну, значит, снимает пиццу последний. Да вот. Так он что-то уже садится долго вообще. Аккумулятор пустой. Ну все, давайте вам пропиздничать.